16-летний подросток из Барнаула рассказал, как лишился рук, спасая котенка. Ярослав получил удар током в 10 тысяч вольт, когда снимал животное с дерева. Парень случайно задел провода линии электропередачи. Сейчас следователи разбираются, кто виноват в ситуации. Родители собирают деньги на протезы. Требуется несколько миллионов рублей. Я с другом гулял по улице и услышал, что на дереве орет котенок. Мы подошли к этому дереву, попытались залезть на него, но у нас не получилось. И потом я увидел, что рядом с этим деревом проходят две большие трубы, и к этим трубам шла лестница. Я залез по этой лестнице, прошел по трубам, взял котенка, скинул его вниз к другу и начал возвращаться обратно. И в этот момент меня ударило током, но потом я уже потерял сознание, упал вниз. Потом очнулся я уже только в больнице. Врачи говорили, что одежда есть, что руки оставят. Но потом левая рука начала чернеть, перестала поступать кровь. И врачи сказали, что руку будут ампутировать. И вся надежда была только на правую руку. Но еще через неделю такая же история произошла с правой рукой. Она тоже начала чернеть. И врачи сказали, что тоже ее будут убирать. Сейчас я понимаю, что я не могу сам умыться, покушать, там, одеться. Да я ничего, по сути, не могу. Вот родители все время со мной, родственники. И круглосуточно они помогают мне.